Эй, в этом видео я расскажу, как уже на 4-й минуте иметь 8-й уровень. Точнее, огромный перефарм. По просьбе одного из подписчиков я создам имбанутого героя, у которого будет пальчик у Леона и пальчик у Лины. Купим куру, купим ворды. Ну, за нас это все равно никто не сделает, народ. Идем на маленькие споты, быстренько получить 2-й уровень. Вперед! Так, походу они не в курсе, что у нее скоро проходит. А давайте-ка вместе с ними повеселимся. А мне лучше близко не подходить. Берем скиллуху Рубика. Собираем вокруг себя крипов. Ну, как можно больше. Удар в землю. Бах! Оба, и у нас уже 8-й левел. Та-да! И спокойно улетаем на базу. Я же сказал, спокойно улетаем на базу. Подожди, стой, стой! Берем пассивку Зевса и идем дальше обузить левел. Капливаем вокруг себя фанатов. Разошлись! Оба, а мы уже 13-й. Господи, что в одном видео, что в другом, у нас в лесу Мирана гуляет. Что ж, подскажем ей дорогу на свою территорию. Ты, главное, не заблудись. Раем обувки КД. Ну разве не прелестно, а? Чё он сказал? Раем обувки КД. Ну разве не прелестно, а? Ух ты, Мирана снова пришла дорогу спросить. Ну сейчас еще раз подскажем. Думаю, теперь она точно не заблудится. Идем обузить сларков. Хочу напомнить, что именно сларки приносят больше всего опыта, а думы больше всего денег. Это так, если кто не знал. Опять скапливаем вокруг себя фанатов. Спасибо за опыт, мои дорогие. Эй, народ, я знаю баги Dota 2! Смотрите, как 10-я минута, а мы уже 28-й уровень. Разве не круто быть самым опытным здесь? Оу май! Банана закинула дуэль. Давайте продемонстрируем всю нашу мощь. Ну что ж, продолжаем обузить. Снова закинула нас дуэль. А этот парень уже пожирнее. Я на тебя потратил аж 3 скилла. Я в шоке! Кто это у нас такой дрищавенький? А кто это у нас сейчас от 1 скилла отъедет? Продолжаем обузить. It's time to stop! It's time to stop, okay? Хочу напомнить, что Sentry Ward дает на небольшое время небольшой просвет вокруг себя. Ставим варта ХГ, находим врага, убиваем врага. Что за мувы? Это ненормально, это нечестно! Ситуация та же самая. Нужно поставить вард и просто ждать, пока на него кто-то подойдет. Это почти как с минами Тетриса, лол. В дикой природе очень легко приручить слабое млекопитающее. Смотрите, вот он наш звереныш. Чтобы он был все время был с вами, его нужно кормить опытом и немножко деньгами. Да, иди сюда, мой миленький, сейчас получишь опыт, и сейчас... Во, получил. Как вкусно, вкусно. Я знал, что тебе понравится. Звереныш, тебя бьют, я за тебя отомщу. Ловите моего зверка. Я тебе ебальник набью. Я уже договорилась, за тобой едут, блин. Сейчас еще покушаешь, мой звереныш. Что это все зависит? Мы его зверка убили. Я впадаю в ярость. Что ж, видео уже почти подошло к концу. Вы сами видите, где я сейчас нахожусь. Если вы хотите узнать, как попасть на дуэль сразу 2 людям, то давайте наберем под этим видео 12, то и больше лайков, и я сразу же выпущу новый видос, там где расскажу об этом подробно. И вы узнаете, как попасть на дуэль сразу же 2, а то и 3 против 1. Ну, с вами был ДНС, подписывайтесь, давайте как можно быстрее наберем 12 лайков, постараемся на раз все вместе, и я выпущу новый видос. Оставляйте свои комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.